Красноярском крае добыто больше всех полезных ископаемых среди регионов Сибирского федерального округа. По данным статистиков, в 2013 году в нашем крае добыли нефти на 17% больше, чем в 2012 году, а это более 21 миллиона тонн. Также в 2013 году получили природного и попутного газа почти на 30% больше, чем годом ранее. Доля Красноярского края в объеме Сибирского федерального округа составила более 47%. Наш регион опередил недавнего лидера по добыче нефти и газа, Томскую область.